Ну вот я просто покажу, что это. Что, когда ничего не знаешь, а... Бесконечные спирали на туалетной бумаге. И для чего? Чтобы просто оторвать кусок окошка. Мой дядя всегда говорит, сколько тебе окошек? Одно или два? Вот я думаю, дядя, он вообще в уме окошки считает? Я никогда не смотрела по окошкам. Отрывала сколько хотела. И для чего же это нужно? Бесконечные спирали оторвать, в окошке сложить. Что же дальше? А я помню, однажды мне сказал друг, что есть инструкция туалетной бумаги. И там написано было сложить окошки вот таким слоем и провести вдоль линии сгибающихся. Дальше что же, куда же уходят эти бесконечные спирали? В пустоту? И для чего же человек придумал делать узоры и символы на уходящие непонятно куда окошки? Понятно, понятно куда. Кто-то скажет, понятно куда эти окошки. И целенаправленно, аккуратненько сложит их. Будет использовать их для чего-то, а я скажу нет. Все эти бесконечные спирали рождаются и умирают прямо здесь. Прямо здесь. Напоминая мне о море. Какие-то маленькие коньки. Такие коньки, они плавают в огромном пространстве и даже не знают, кто их съест, зачем родились, но они просто плавают и доставляют им это огромное удовольствие. Может быть, воспоминание о том, что мы все были когда-то какими-то коньками, медузами, планктоном. Оставлены. Я слышу этот голос Вселенной, да, оставлены на туалетной бумаге. В этих бесконечных спиралях. Это направление! Yes! Все, выключай. По-другому. Ну, как бы, на аналогиях-то. Какое-то... Владимир Ильич, телетайп пришел в Смольный. Значит, Красная Армия побеждает. Значит, дальше обрыв. Не знаю, что сказать. Наверное, Красная Армия проиграла эту битву. Значит, пришлите еще телеграфиста, пусть выдаст новый телетайп. Браво! Браво! Слушай, Кристи, давай твою... Только не это. У меня с собой туалетная бумага. Не трогайте меня. Мне нужно побыть одному. Когда у меня с собой туалетная бумага, мне нужно побыть одному. Значит, так. Она еще пахнет хорошо. Она очень хорошо пахнет. Мне не нужно ни женщин, ни детей, когда у меня есть туалетная бумага. На ней такие спирали. Протуберанцы естества, межгалактические, значит, пылезвездные субстанции. И фактически вот этим всем я сейчас вытру жопу. Вот, я думаю, что я сделаю с этого туалета. Это перемало!
А зачем нужна туалетная бумага, пахнущая запахом дыни? Мы же не едим ее, правильно? А жопе все равно пахнет. Мы дети носы еще вытираем. Да, носы, да. Вот в чем абсурд нашей жизни, да? Зачем туалетная бумага с запахом? Какая разница трамвайным билетом потереть попу? Тоже. Значит, смотрите. Вот трамвайный билет. Вот он такой, да? Вот такой. Трамвайный билет. Или чек из магазина. Да? Наверное, никто не знает этого. Это очень важно. Как можно вот таким кусочком бумаги потереть попу в любой ситуации. В любой. Значит, смотрите. Складываем вот так. Проводим вот так, да? Потом складываем вот так. Проводим вот так. Потом делаем здесь такой надрезик. Если попали в такую ситуацию, когда вот нечем просто, да, там где-то. Значит, смотрите. Сходили в туалет. Видите? Вот. Вот такой у вас получился, да? Как можно такой маленькой бумажкой вытереть попу? Потом берете палец, просовываете сюда. Оп! Видите как? Палец, палец защищен. Вытираете попу. Потом аккуратненько вот так берете. Раз. Вот так все. Раз. А потом, значит, еще вот этим вот, который остался, вот такой сгибчик, можно из-под ногтей еще все убрать.